Неутепленный вентиляционный выход стандарт К21 разработан для кровель из битумной черепицы. Он предназначен для вывода труб вентиляции из нежилых неотапливаемых помещений, типа подвал, погреб, котельная, щитовая и аналогичные им. Стандарт К21 состоит из небольшой трубы с колпаком диаметром 110 мм, проходным элементом основания общей высотой 500 мм. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона, устанавливается в процессе монтажа черепицы в любом месте на кровле, где по проекту выходит вентиляционная труба, чтобы обеспечить нагретому воздуху, насыщенному водными парами, свободный выход из внутренних помещений дома на улицу. Благодаря особой форме конструкции дефлектора вентиляционным выходом стандарт К21 не страшны боковые задувания ветра. Их не нужно устанавливать выше уровня конька, в отличие от громоздких дымоходов. Такие вент-выходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферными механическим воздействием и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. Цветовая гамма стандарт К21 представлена самыми популярными цветами: красный, хромовый-зеленый, графитовый, серый, медно-коричневый, коричневый и черный. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор нужного рала под цвет вашей крыши. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнят любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладок. Вентиляционные выходы стандарт оснащены специальным монтированным спиртовым уровнем Wasserwaage. Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение возможна даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входит все необходимое для установки вент-выхода на крыше: труба с колпаком, основание, саморезы. Нет необходимости что-либо докупать.